Осторожно, зона отдыха. На Октябрьском проспекте 90 появилась новая спортивная площадка. Но чтобы попасть на нее, детям приходится перелазить через острый забор. В металлическом ограждении забыли сделать дверь. Тему продолжит Елена Шарыгина. То есть мне вот страшно было бы за своих детей, если бы они играли вот на такой площадке, потому что дети, они любопытные. А еще детям хочется играть, но новенькая спортивная коробка во дворе дома номер 90 на Октябрьском проспекте оказалась для юных кировчан недоступна. Качели и песочницы школьникам уже не интересны, им бы в мяч погонять, рассказывает Марина Сергеева, жительница этого дома. Но чтобы это сделать, местным футболистам нужно решить непростую задачу. Строители забыли сделать дверь. Дети поменьше пытаются протиснуться через сам забор, ведь и тут забывчивость строителей помогла. В некоторых местах забор не прикручен к столбам. Самые смелые штурмуют преграду сверху. Вот эти вот штыри сверху, они не прикрыты ничем. Как видите, тоже ребенок перелезая, дети, все знают, любопытные, любознательные, то есть это для них обычное качество. Вот, они рискуют получить травму. То есть они могут там сорваться, то есть могут себе что-то проколоть, как минимум порвать одежду. Взрослые стараются отгонять детей от опасного забора, но некоторые смельчаки все же попадают на площадку. Люди надеялись, что сознательность строителей возьмет верх над халатностью, и дверь все-таки появится. Но вместо этого появился акт приемки на сайте госзакупок, удивилась Марина Сергеева. И обратилась в теруправление. Там развели руками. В тех задании проем в заборе не прописан. И никого из заказчиков и исполнителей не смутила абсурдность ситуации. Площадка есть, а входа нет. Жители дома попытались найти понимание в ОНФ. Вопрос, который уже нас, скажем, озаботил, это наличие выступающих штырей на ограждении, хотя и по тех заданиям, и по действующим нормативам, частей, которые могли бы потенциально нанести вред здоровью детей, не должно быть на спортивных площадках. То есть в тех заданиях прописано, что по периметру должен пройти пруд, который не допускает выступающих частей. Пруд, кстати, есть, но он расположен на нижней части забора. Отсюда местные выдвинули предположение. Подрядчик не только забывчивый, но и невнимательный. Сетку забора просто установили вверх тормашками, считают люди. К слову, те, кто все-таки прорываются на территорию площадки, играть все равно не могут. В центре поля торчат пни от спиленных деревьев. Их, видимо, тоже забыли убрать. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.